Снова здравствуйте, это вновь Dark Souls 3. Ух! Я сегодня 1000 эпизодов записал. На самом деле не 1000, где-то 4 или 5, но... Факт, для меня это много. Я так в последний раз только Undertale проходил. Просто подряд эпизод за эпизодом. Потому что мне очень нравится Dark Souls. Все-таки надеюсь, я ничего особенного не пропустил в Лотрике, в замке. Ну, потому что реально, я терпеть не могу вещи пропускать в играх. Может, мы туда еще вернемся. Может быть, там где-то есть ключи или что-то типа того. Да, мы это в любом случае будем исследовать в будущем. А пока вперед, я полагаю. Ну, фак, я испугался. А, он стоит. О, щит. Так, я не знаю, как вы работаете, но я не хочу узнавать, так что... У нас все еще нет, кстати, адекватной брони. До сих пор, с самого начала игры. Не думаю, что здесь стоит проверять на наличие секретов. О, прикольно. Малый кожаный щит. Знаете, что еще малое кожаное? Окей, неважно. Да, щит. Не думаю, что я могу там забраться. Если только, может быть, спуститься здесь. Что меня напрягает. Вот так, так. Был какой-то человек-дерево. Ага, груд, да-да, конечно. Фильм, кстати, неплохой, видите, как там. Кто-то там, Хранители Галактики, что-то типа того. Окей, найс. За этим мы спустимся. За этим даже спускаться не надо было, прям... На, пожалуйста, на подносе. Предмет. Прошу для починки. Плевать. В Dark Souls 3 это не особо важно. Если в Dark Souls 2 там был баг, из-за того, что игра шла в 60 FPS, оружие даже ломалось 2 раза быстрее. То есть идиотизм. О, вау! Я рад, что я держал щит просто без причины. В Dark Souls это важно. Просто держи щит, когда угодно. Осторожно сзади. Спасибо, вовремя. Вовремя. А вот это бред. Не согласен. Окей, он мертв. Вы слышите этот звук? О, я тебя увидел. О, а тебя я не видел. Вовремя заметил. О, фак. Ну теперь я чувствую, что мы хотя бы более-менее адекватно все проходим. Потому что щит, меч, все более-менее адекватное, кроме брони. Ну, я броней-то особо не пользуюсь в Dark Souls, серьезно. Это много трупов. Я придумал, слышу странные звуки. Привет. Никого? Да, вот здесь-то оптимизация видно не супер. Здесь как-то вот, когда я в эту сторону смотрю, как-то 40 кадров было. Привет. Кость Лоретты? Простите? Мы нашли Лоретту, пацаны. Окей. Ну, нам надо будет сообщить, я так понимаю, Грей Ретту, что мы нашли его, Лоретту. Старая обесцвеченная человеческая кость, в которую проделал несколько дыр. В поселении нежити нашли мертвую женщину, которая сжимала в руке эту кость. Ее звали Лоретта. Окей. Я не ожидал, что все будет так грустно. Вот там какой-то хрен странный. У меня фаербомба больше нет. У меня есть черные. Сейчас я их использую. Да что, вон там у них бочки стоят. Они слишком слепые, чтобы заметить. Окей. И черная огненная бомба. Это, наверное, лучшая тактика, которую я когда-либо делал в душах. Попробуем докинуть до туда. Не знаю, получится, нет. Я могу попытаться еще, но последняя бомба. Найс! Окей. Хорошо потраченные бомбы. Потому что обычно я им все равно не пользуюсь. Они особо и не атакуют. О, еще огненные бомбы. О, нет. Здесь вот, кстати, 46 кадров как-то немножко напрягает, но опять же, это не 30 FPS. Это близко к 60 все-таки. Тем более, учитывая оптимизацию этой игры, которая пока, ну, не супер.
патчить будут и так далее. О, вот там, фак. Это напоминает мне Берсерка. Там тоже был хрен с этой, с книжкой. Правда, здесь это женщина. Так, главное, чтобы тени атаковали. What the fuck? Не надо! О, фак! Да, и тоже книжкой долбашит. О, фак! Мы почти мертвы. Так, она меня пугает. И неудивительно. Голос у нее, конечно, классный, но... Она не в моем вкусе. Ху, окей, найс. Эйю. Ну и у нее и рожа. What the fuck? Окей. Ребята? Так, ну с этими проблем не будет. Они не особо агрессивные. Кроме этого. Которого делаются любят. Окей. Осколок... осколок Эктус. Все, начал заговариваться. 7 фляг будет теперь. Найс. Душа путешественника. Нам точно надо будет Файрлинг вернуться и поговорить с Грейретом насчет Лоретты. Кто вообще эта Лоретта была, интересно? И почему ей нужно было отдать это? Найс. О! Опять же, Dark Souls. Всегда смотри назад. Ну, не всегда. Желательно еще вперед тоже глядеть, а иначе будут проблемы. Здесь пусто. А, это сюда ведет. Окей, ничего особенного. Мы можем пойти сюда. А можем и не идти туда. Блин. И опять же, можем направо сходить, а можно сюда. Это я понимаю. Дизайн уровней. Эй, чувак. Знаешь что, я... Класс. Этого не ожидал. Где еще можно ролить его врагов, чтобы их ставить? Вот таким вот образом. Что тоже полезно. Наверное. Не знаю, в первой части такого не было вроде бы. О, найс, как раз четвертый титанит. То, что нужно. Здесь точно ничего нет наверху. Тут враг как-то там так стоит подозрительно. И он не один. О, нет. Ноп. Иди сюда. Алло? Давай, хотя бы ты иди сюда, я не знаю, кто-нибудь. Это было легко. Кстати, Грей Ред на них похож. А, наверное, это из-за того, что это просто заключенные. Он заключенный, поэтому он тоже такую фигню носил. Иди призрачно сюда. Врешь! Ненавижу, когда врут о призрачных стенах. Начинаешь просто долбашить везде. Здесь пусто, верно? В всяком случае, я не вижу никаких профитов здесь. Ага. У тебя красные глаза. Оу, фак! Окей. Хорошо. Как скажешь, Dark Souls. Так, ты должен быть, наверное, довольно сильным, но мне повезло. Мне хватило урона. Ну, кстати, сразу видно, какой из них атакует, какой нет. Вот это атакует, потому что он более светлый. Это знаете, как в мультфильмах. Сразу видно, что на бэкграунде что будет двигаться. Всегда казалось это странным. Не знаю, как это конкретно работает. Окей, может быть, здесь не совсем очевидно. Потому что вот этого я совсем не ожидал. Ты издеваешься надо мной. Вау. Окей. Вот здесь ты меня подловил. Нужно быть осторожней. Да, лучше вообще не ходить рядом с этими ребятами. С этой стороны не открыть. Там что-то есть. В окошко может посмотреть. Там предмет лежит, во всяком случае. Здесь как-то слишком тихо. Yes. Не впечатляет. Какие-то странные бочки. Точнее, не бочки, а ящики. Мне это все не нравится. Это лишнее. Уберите, пожалуйста. Впереди враг. Ага. Ага, действительно. Сзади никого нет. Угольная смола. А, пригодится. Ну это опять же, как и та смола другая. Это для того, чтобы улучшать оружие. Ну не улучшать оружие, а временный баф оружия. Урона. Ага. Эй, привет.
Воины Солнца. О, Ковенант! Этих. Санбро. Салейр, все дела, вы понимаете, как это работает. А, где оно? Где-то Ковенант предметы. Древний талисман в форме священного символа, который давался воинам Солнца. Наденьте его, чтобы заключить Ковенант с воинами Солнца. Воины Солнца известны умением действовать сообща. Они используют свои золотые символы, помогая тем, кто в беде, ибо их обязанность состоит в том, чтобы принести великие победы своим призывателям. Хорошо, прекрасно. Салейр confirmed. Выпить суп из Эстуса. Окей. Вау, ничего себе искры. Так, я хочу вернуться назад, потому что мы там не все исследовали. Я еще боюсь еще насчет того моста. Что здесь? Видно ничего, только трупы. Все как обычно, в общем-то. Так, вот этот путь наверх, это ведет через тот коридор. А вот это куда ведет? А, да, через тот коридор, как я уже сказал. Мы туда только так спускаемся. А, нет, мы туда спускаемся еще через ту дверь. Я реально начал заговариваться. У нее предмет? А, нет, это просто воротник такой светящийся. Мы можем, конечно, туда пойти. Давайте попробуем сюда сначала. Я не знаю. Будет классно, конечно, палач на плюс 4. Не палач, а палаш на плюс 4 прокачать. Что-нибудь здесь? Точнее, даже вопрос не что-нибудь здесь, а кто-нибудь здесь. Потому что это намного более страшно. Осторожно, дальний бой. Правда? Да, действительно. Окей, я тебя вижу. И тебя я тоже вижу. Даже не пытался... Это просто, знаете, неприятно. Я увидел его и все равно получил урон. Фак. О, их там двое. Атаковать из засады. Окей, действительно, засада. И еще один. Окей. Надеюсь, это место того стоит. Нет, не сказал бы. Но кто знает. А, фак. Но... О, там предмет еще один. Так, спускайся с крыши, придурок. Что ты там делаешь? Ты ведь даже не можешь там дышать, ну... О, он куда-то упал. Сам развлекайся. Дождь-то щит. Ну да, класс. Осторожно, чародей. О, нет, я сейчас умру. Так, меня эти стреляльщики... Я другого слова просто для них не знаю. Достали. What the fuck? Почему ты такой живучий? Все остальные такими не были. What the fuck? Почему он был... Так вопрос, почему он был более живучим, чем все остальные? Такого же типа. Интересно. Что у нас здесь? Стена. Так, я наверняка что-то здесь пропустил. Не, подождите. Сначала разберемся с крышами. О, тут что-то есть, кажется. Ты жив, верно? Нет, это труп сверху. Может быть, это помешательство? Судя по всему. Окей, там точно нет секретов. Во всяком случае, я не вижу. Окей. Эй, факбойс. Да, мне нужно вернуться назад, потому что здесь как бы секретный такой проход, да? А нам надо посмотреть, что здесь. А, мы точно не будем прыгать вниз. Это я могу сказать стопроцентно, без сомнений. Трупы в Dark Souls — это обычно не трупы. Они просто притворяются трупами. Все-таки я немножко переживаю насчет Лотрика. Замка. Потому что там ведь были закрытые двери, я уверен. А может, я просто был, как бы, не знаю. О, там вот эта дверь закрыта, и вроде вот эта, и мне показалось, что их намного больше, чем есть. Я не знаю. У тебя большой меч. О, фак, это было глупо. Так, ты посильнее остальных. Поэтому надо поосторожнее быть. Это была долгая пробежка. Так, меня кто-то стрелял.
Еп, определенно. Я же говорил, надо с крышами сначала разобраться. Окей. Так, это нам ни к чему. Надо от него избавиться. Где этот засранец? О, да, точно, я забыл. Капюшон раба. Почему нет? Так. Такие капюшоны надевали на голову несчастных рабов, чей труд использовался повсюду в Лотрике. Периодически их также надевали на преступников, чтобы пристыдить и унизить их. В самый раз. Этот Кэндлджек, или как там? Прости? Я не понял, как это меня попало, но окей. А, еще один, естественно. Вы по одному не ходите, я так понимаю. Вот там! Окей. Последняя фляга. Огненная бомба. А, спасибо, но не надо. Зачем? У, там что-то есть. Я не знаю, стоит ли мне здесь спускаться вообще. Почему нет? Привет. Круглый щит с кадуцеем. Хорошо. А, фак! Серьезно? Мне надо было с той стороны открыть. Как нам теперь обратно? Goddammit. Это ловушка. Говоря о ловушках. Так, там... Вас там много. Вот там! Окей. Мы немножко обосрались. Фак, туда я не спрыгну. Там какой-то предмет, видите? Надо было сначала открыть дверь, потом сюда спрыгивать. Ну... Класс. Теперь нам надо как-то искать путь назад. Как тот фильм. Путь домой. Фак. Может помочь вправо, и тогда костер. Серьезно? Я не знаю, хорошая это идея или нет. Я попробую довериться другому игроку. Фак! Сколько титанита? Это, конечно, хорошо, но мусор. Немножко хуже. Ах да, фляг больше нет. Но, даже не пытайся. Опять! Видите, я не знаю, почему так делается. Я не думаю, что проблема в моем геймпаде. Фак. Или проблема даже в игре. Я честно не знаю, почему. Впереди костер. Насколько впереди? Впереди это где? Это не выглядит безопасно. О, а, это ящерица. Окей. Может быть, здесь костер? Правда, здесь действительно костер. Окей, найс. Давайте вернемся назад. Потому что мне нужно открыть ту дверь. Это было невероятно глупо. Да, откроем ту дверь, а потом вернемся в Файрлинг Шрайн. Поселение нежити. Окей. Я немножко вошел в грув, так сказать. Первые эпизоды были... Да, лажовыми. Теперь мы в порядке. Более-менее. Я уже не так туплю, как раньше. Так, главное здесь быстрее пробежаться и... разобраться с той дверью. Окей, может быть не так быстро. Как я уже сказал, надо быть более адекватным и методичным. А я уже опять побежал, как обычно. Это не имеет никакого смысла, но я это все равно сделал. Я на всякий случай рольнул, потому что я почувствовал, что сзади кто-то подбирается. Может быть, я был неправ. И может быть, я был действительно неправ. Вот что с этим чуваком? Интересно. Интересно. Мало ли. Так, здесь много этих ребят, поэтому надо быть поосторожнее. Если не ошибаюсь, еще один, разве нет? Да, вон он. Глупо. Так, это какой-то слишком быстрый, успокойся. Фак. Вау. Опять. Если бы эта огненная бомба меня убила самого, я был бы недоволен. Окей. Так, теперь нам надо здесь как-то пробежать так, чтобы эти ребята нас не заметили. Это было легко. Окей.
Так, здесь ведь тоже кто-то ходил, разве нет? А я тебя вижу. Нет, 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 даже не пытайся. Тебя я тоже вижу. Ты не скроешься. Глупо! Невероятно глупо. Если бы оно сработало, это было бы очень умно, конечно. Но оно не сработало. Огненная бомба. Их у меня хватает, спасибо. Хотя я жаловался, что они у нас кончаются, так что... Не ной. Я полагаю... Найс. Так, теперь здесь вот этот чувак. Угу. Но, честно говоря, меня пугает. Он какой-то слишком... Кроме того, что гиперактивный, у него еще и меч огромный. Осторожно наверху. Окей. Вот, другое дело. Класс. Не кажется ли, кто-то сзади спрыгнул? Я не хочу снова тех придурков наверху уничтожать, потому что это слишком долго. Поэтому я, наверное, прямо так пройду, я полагаю. Надеюсь, это ни к чему плохому не приведет. Потому что они оттуда стреляют, вот что. Окей. Это в том числе. Не знаю, не знаю, попадут они меня оттуда или нет. Не, вроде нет. Да, вот этого я и боялся. Давай, взрывай эту хрень уже. Окей, я уже хотел пожаловаться. Так, ну спасибо сообщениям, кстати, за костер и так далее. Keep rolling, 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 rolling. Душа предшественника. Оно того не стоило. А ты еще кто? У тебя большой... Этот... Кувшин. Или что это? Так. Я не знал, что там рядом бочки, если честно. Теперь я знаю. У нас, кстати... А, всего лишь 4. Я думаю, у нас больше. Успокойся. Ну-ну-ну. Успокойся. Оу, фак! Интересно. У тебя там что-то невкусное. Фак! Так, может быть, ты не такой уж и опасный, как я сначала думал. А может, именно такой. Он меня все равно умудрился атаковать, но, наверное, это того стоило. Фак. Окей, надеюсь, он больше не будет спавниться. Jeremy Spoken Class Day. Я достал эту песню уже. Эй, она ко мне привязалась жутко. Здесь вроде бы ничего особенного, да? Какая-то странная тень. Привет. Кто-нибудь? Что-нибудь? Так, там еще одна вот эта штука стрёмная. Я не знаю, насколько мне это поможет, но... Точно не навредит, верно? Кто знает? Вроде бы пусто. Но кто знает, опять же. Еще у меня нет фляг. Меня это пугает. На всякий пожарный. Там могилы. Чувствую, что где-то я что-то не прошел опять. Может, все нормально. И поглядим. Так, с этой хренью я сражаться не очень хочу, но надо. Эй, ты! Дура. О, нет, она же сейчас зажжется. Окей. О, фак! Плохая идея! Плохая идея! Худшая идея в моей жизни. Фляг нет, точно. А ты еще кто? Окей, ты не такой опасный, как я думал, но... Но все же. Книга? Иди нафиг своей книгой! Пошла отсюда! Оу, фак! Фак ю! Знаете что? Я использую.
Может быть, не самая лучшая идея на свете, но я хочу жить. И все-таки, опять же, мы только учимся играть в третий Dark Souls, так что, ну, пожалуйста, еще один. Может потом, знаете, о, это место такое легкое, зачем я раньше когда-то использовал здесь уголь, непонятно. Окей. Так что кто знает, пусто? Не похож на то, что там что-то есть. Как, в общем-то, и здесь. У меня плохое предчувствие. Осторожно, группа врагов. А это еще что? А, это призыв? Не-не-не, спасибо. С этой стороны не открыть. Впереди гигантское проклятое древо. О, прекрасно. Что там? Не, я не думаю, что этот прыжок возможно сделать. Но кто-то туда умудрился добраться. Но это, скорее всего, он там сверху. Да, окей. Это невозможно. В всяком случае, я не знаю такого способа, которым можно туда добраться. Окей. Опять же, я чувствую, что что-то я пропустил. Вон там наверху. Окей, давайте посмотрим сначала, что внизу, а потом вернемся. Уровень настолько, как сказать, не разнообразный, а как, не знаю слова. О, фак, это выглядит плохо. Очень они переплетаются друг с другом, что ли, так я хочу сказать. Что очень тяжело вообще понять, где ты находишься. Вот знал же, что так произойдет, все равно сделал. О, фак! Окей, я не знал, что вы так делаете. А, у меня нет фляг, верно. Только не второй, пожалуйста. Второй идет. У меня плохое предчувствие. А, фак. Два. Три. Четыре. Успокойся. Фак. Где я вообще? Ты издеваешься, что ли? О, нет! Я знал, что этот идет. Окей. О, фак. О. Фак ю. О, нет! Так, минус один. А, там эти наверху. Фак. О, щет. Goddammit. Надеюсь, он здесь застрянет. О, да. Окей. Серьезно? Ты издеваешься? Что делать? Алло? Ну, немножко почетырим, так сказать. Бывает. О! Он бы чуть-чуть меня ударил. Так, итак, вопрос. Стоит ли мне у костра отдыхать? Отличный вопрос. Да, знаете, пора вернуться в Файлинг Шрайн. Потому что у нас есть все-таки кое-какие души, и у нас есть о чем там поговорить с людьми и прокачать оружие. Окей. О, гад. Нам надо еще в ту сторону пойти. Да, давайте в ту сторону пойдем. В следующий раз туда, вот вниз. Потому что там вот эти придурки. Они меня достали. Так, ладно, по пути не подохнуть. Там предмет. Я не очень хочу к ним подходить, к этому предмету. Топор раба. Ага. Мы после этого остались живым. Так что... Это... Положительная вещь. Хоть какая-то. Я что, тот костер пропустил? Самый первый? А, точнее, наоборот, как раз не самый первый, а второй в этом поселении. Это странно. А, знак призыва был. Окей. Давайте вернемся назад. Храм огня. Найс.
О, фак, я сегодня устал играть Dark Souls 3. Вообще сегодня день тяжелый был. Вообще все дни были непростыми, я бы сказал. Так, это снова здесь стоит. Где этот Грей Ред? Или как там его? Найс. Oh, hello, your hand in one piece. Дать. Да-да-да. Heavens. She was already dead. Thank you. I'm not surprised, though. Almost a relief, really. You can keep the ring. As... well... a little trinket of thanks, I suppose. You can keep the ring. Странный он. Вот что. У меня ничего нового не появилось так-то. Может, я все-таки хочу что-то продать? Не. Все равно 20 тысяч это нам не даст, верно? Это 500 стоит. И... хотя, может, если мы обе души... Нет, точнее, 2000. Не-не-не. Goodbye. Oh, this place is a bore. Так, давайте прокачаем оружие. Пришло время. Мой палаш. Верный палаш. Теперь 6 нужно. Можем, конечно, закалить наше оружие. Можем сделать грубым, можно огненным, можем изысканным. Изысканный, кстати, не самая плохая идея, так-то. Но я думаю, мы снова будем качать силу. То есть не силу и ловкость, а силу. Хотя, quality билды, они тоже хороши. Может, реально в quality... Ай-яй-яй-яй-яй. Не, пока не буду делать таких решений важных, я думаю. Найс. Окей. Где? Окей, там. Может быть, что-то новенькое? Нет, это все старенькое. Да-да, иди нафиг. Это тоже было. Скажи уже что-нибудь новенькое. Я боюсь, конечно, потерять 9 тысяч душ, но нам все-таки нужно. Нам реально нужно 20 тысяч накопить. Поэтому я, наверное, не буду их тратить. Я не знаю, сколько нам босс даст в будущем. Ну ладно, хрен с ним. Давайте попробуем. Так, отправиться. Так, вопрос, куда я хочу? Вселенная нежити, это можем там пройти, там. Я думаю, здесь можно. Посмотрим. И там уж разберемся, куда мы пойдем оттуда. Все-таки бы мне хотелось, конечно, еще раз пройтись по Лотрику. Учитывая то, что там еще тот жердяй ходит, надо его убить. Потому что я его боялся до этого. Я его сейчас боюсь, но в плане нам надо с ним разобраться все-таки. Я сюда что, не уходил даже? Окей, понятно. Так, это то место, куда мы тогда пытались пойти. Где этот хрен на башне? Где он стоит? Что я немножко перестал ориентироваться здесь, ну ладно. И... кстати, костер был так близко, а я куда-то попёрся. О, вау, один удар. Серьезно. Неприятно. Может быть, не самая лучшая идея оставлять эти души. Но я очень хочу набрать эти 20 тысяч. Перчатки рабочего. У нас всегда же двое. Перчатки из тех, что носят жители поселения нежити. Официальное одеяние для вскрытия и погребения нежити. Естественно, церемониальное значение этой работы уже давно в прошлом. Больше никто не занимается такими ужасами. Ты уверен? Конечно, говно, но легче. Сколько у нас эквип лоуд? 42%. Нагрузка. Нам все-таки надо усиливать нагрузку. Точнее, снижать. Вы поняли, о чем я. О, привет. Ага, unkindled, are we? Ну да. Welcome to my abode. Хороший обитель. Cornix, а, некромант. Pyromancer. A crow in his cage, as you see now. But here we are. An encounter for the ages. I hear the unkindled make for fine vessels. Да-да, все мне это говорят. Care to learn some pyromancies from this old man? Ну,
Я приму, но меня пиромантия не интересует. Most wise. A chance encounter should not be squandered. To reiterate, I am Cornix of the Great Swamp. О, Great Swamp? Это же из первого Dark Souls. Да. Если ты так мог сделать, ну ладно. Топорик. Ну топорик, значит топорик. Окей. Нашли нового NPC, это хорошо. Я так понимаю, он телепортируется обратно. Файлинг Шрайн. Ничего. Не похоже на то. Может быть здесь? Да. О, привет. По тебе я не скучал, уж поверь. Окей. Найс! У, хватает урона. О, титанир. Это очень хорошо. Так, wait. Мы же пытались в другое место пойти, разве нет? Там же была другая дорога. Да, точно. Давайте вернемся. Это дерево? Нет, это камень такой странный. Да-да, я знаю, что ты здесь. Не переживай. Я бы хотел твой меч, между прочим. Так, эти туда пошли. Ну, нужно с этим справиться. О, нет! Каждый раз! Говорю, это худший враг в игре, это стены. Куртка рабочего. Я имею в виду хоть что-то надеть, верно? Она тяжелее. Но она и получше чуть-чуть. Мы выглядим интересно, почему нет? Ролим, конечно, медленно, но... Знаете что? Я не думаю, что что-то изменилось, но... Да, мне кажется, мы туда еще должны пройти. Потому что мы туда так и не сходили до конца. Теперь у нас есть более-менее какая-то адекватная броня, пожалуй. И выглядим мы классно, мне нравится. Косплеем этого серого крыса. Да, я полагаю, мы можем здесь пройти. Там вот этот. Эй, придурок. О, фак. А, я знал, что кто-то на меня сейчас побежит, я услышал. Окей. А, здесь эти ребята. Привет. Так, вы легкие, вы, в общем-то, не проблема. Вы слишком уж, правда, ловкие. Я этого ждал. Что он там творит? О, это красный опять здесь. Давай, иди сюда. Что-то ты меня напрягаешь как-то. А, блин, он своими вот этими крюками или... Как это, шоттл, верно? Он обходит мою защиту. Обходит щит, к сожалению. Знаете что? Фак! Никогда не срабатывает с этим, ребят. Да ты издеваешься. О, боже. Какой дурацкий враг, а? Видите, этот за два удара умирает. Красающая душа. А тот, он почему-то... Окей, вот этого я не знал. Я не знал, что вы так можете. Минус две фляги. Да, вот сюда мы так и не прошли, кстати. Я могу здесь пройти? Кажется, могу. Привет. О, там висят трупы. Душа путешественника. Я могу туда спуститься, но мне... А зачем? Вон там мы потом сможем пройти туда. Я просто не хочу сейчас куда-то далеко спускаться и потом оказаться в говенной ситуации. Что у нас здесь? Так, там одна из этих хреней. И кажется, она что-то в меня выстрелила. Фак. Это был, кстати, очень странный смех. Он у меня случайно получился. Так, вы. А, мне не надо тебя примаивать. К счастью. Приз. Найс. Выглядим мы довольно круто, мне нравится. Так, теперь ты. Раз, два, откат. Не откат, а ролл. А, они не такие уж опасные. Роллинг через них можно спокойно вроде бы. О, фак. О! Не торопись, не торопись. Кнут, он нам не нужен. Может, здесь какой-нибудь секрет, нет? Надо следить за этим делом.
Нет, судя по всему, нет. Все-таки полезно в них ролить, на самом деле. Фак! О! Кровоточие. Не кровоточие, а это... Кровотечение. Фак! Потеря крови. Именно она, да. Фак, как мне с ней справиться? Она меня достала. Щит. Ух, она меня раздражает. Оу. Осколок титанита. Очень-очень хорошо. Кстати, иногда игра не останавливается, когда сохраняется. Не знаю, от чего это зависит. Так, здесь больше ничего нет. Опа. Было близко. Никого сзади нет. Кто они это любят? О, она вниз спрыгнула. Вот дура. Ну, нам лучше. Нам лучше. А, фак. Хотя это было опасно, конечно. Самое классное, когда она активирует эту свою огненную хрень. Потому что тогда мы можем по ней несколько ударов провести хорошеньких. Окей. Надо пользоваться всем, что у тебя есть, верно? Кстати, сколько у нас стрел? 7, мало. Найдем или купим, я не знаю. Какая разница? 11 тысяч душ. Боюсь, что я просто на боссе на каком потеряю и все. Сколько станет-то? Найс. А, фак. Пусто, надо же. Эй, о, фак. Может здесь что-нибудь? О, я чуть не упал. Так, там ящерица, там предмет. Может мне сначала лучше здесь пройти? У меня плохое предчувствие. Что-нибудь тут-то, здесь-а? Ага. О, ваш мир вторгся безумный темный дух, праведный рыцарь Годрик. Это плохо. О, фиолетовый. Класс. О, нет, там этот ходит. Здесь кадр, кстати, дропается до 40. У меня плохое предчувствие. Чувак. Окей, знаешь что? Что, слишком умный? Ты мне напоминаешь меня. Кто крутой? Я крутой. Окей. Ну-ну-ну-ну-ну, иди обратно. Дед, ты чё, охренел? Ах ты... Не-н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 е. Никаких лечений. Ты... Ты охренел, что ли? Так, надо с ним быть поосторожней. Да ты... Ты охренел? Ничего себе, NPC. Вау. Вау. Хватит лечиться. О, вау. Мне чисто повезло. Да ты охренел, что ли? Это было не очень хорошо с его стороны. Одна фляга. 11 тысяч душ, плиз. Да ты издеваешься надо мной. Я забыл щит поставить. Я серьезно. О, фак. О, нет. Так, теперь я побегу в его заклинание лечиться. Только попробуй использовать флягу. Лечилка под моим контролем. О, фак. Так, теперь сделать только вот это. Вот это? Ага. Сделал. Фак. Темный дух повержен. Фак, костяные оковы, чего? Это оружие или что? Видно, нет.
Я не думал, что я выживу. Я думал, о, все, сейчас я его убью. И на тебе. Не стоит ничего. Кто с вами так это было? Что это все-таки мы получили от него? Костяные оковы. Что-то я не понял, подождите. Мусор, кошка. А, вот. Особая кость. Члены ковенанта мародеров находят их в трупах своих жертв. Всего одна такая кость есть в позвоночнике, и мародеры полагают, что это оковы богов. По их мнению, каждая жертва — это новая связь, пополнение в семье. У меня мало HP. Вот что, семья, фэм. Может быть, костер? Я туда не пойду. Мне нужен костер. О, там костер! Наточенный самоцвет. Знаете, что еще наточено? Ладно, не важно. Костер, 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 костер. А, very nice. Фух. Так, давайте вернемся в Firelink Shrine. И, может быть, все-таки попробуем попродавать какие-то предметы, чтобы добраться до 20 тысяч душ. Чтобы я уже не парился. Чтобы я реально, я уже потратил эти 20 тысяч душ, купил то, что мне нужно, и все. А где? О, на лесенке сидит. Эй, привет, вайфу. Мне кажется, ли у нее ноги босые? Я понимаю, это супер важно, но все же. Где бинокль, простите? Я же его не продавал. Wait. Или бинокль здесь теперь используется? А, окей. Ну да, босая. Реально, Миязаки фетишист. Разве она босая? У нее какие-то странные ноги. Вроде да. Плевать. Неважно. Надо убрать это. Да и это, и это, и это. Пока не особо важно. Сейчас ей хоть, не знаю, помахать. Эй! Эй, ну ты чё? Плиз! Ответь! Сэнпай? Да ну тебя. Так, ладно. Да, что мы можем потратить? Что мы можем продать, точнее? Чтобы набрать все-таки 20 тысяч душ. Что у нас есть на себе такого хорошего? Heavens. She was already dead. О. Heavens. Ну. Ничего не поделать, чувак. Не можем. Может быть, оно и к счастью. Но я теперь не могу ничего продать у этого хрена. Нет, то же самое. А, я ей могу тоже продавать, прекрасно. Знаешь что? Знаешь что? Что ты можешь у меня купить? Нам не надо. Кстати, язык на самоцвет. Нет, заостренный. Картузские сабли используют для изготовления точного оружия. Так, на то время, поскольку мощь растет вместе... А, это с ловкостью, окей. Связано. А, фак. У нас два таких меча, один продадим. Что у нас еще есть? У нас ничего больше особенного-то нет. Вот в чем проблема. Легкий арбалет. Не то, чтобы он мне пригодился, но все же. 500. Нам все равно не хватит, боже. Так, давайте посмотрим, какие у нас есть юзабельные души. Юзабельные, как хотите. Где они? Душа безымянного солдата. 2000. Близко, близко, но немножко не то. What? А все можно использовать? Раньше так можно было. На, вот. 1600, и потом смотрите, как я просуру все эти души. Найс, все, наконец-то. Чтобы я больше уже не парился об этой фигне. Ключ от башни, окей. Давайте почитаем. А, мы описание читали. Ну теперь пошли сгонять к башне. Я на всякий случай отдохну у костра. Мало ли. Я извиняюсь, что эпизоды, кстати, Dark Souls такие длинные, потому что... Эй, вайфу. Потому что я, во-первых, очень увлечен сильно. Во-вторых, да, пожалуй, это единственная причина. Мне очень интересно играть.
Не знаю, как вам, наверняка так же. Ну, не играть, а смотреть. Да и сами вы, наверное, играете тоже. Здесь пусто. Окей. Так, выпустите меня, пожалуйста. Я даже вижу вон там знак. Ах ты гад. Интересно, как тут чувак все-таки стоял у могилы. Если это, конечно, отсюда ключ. Ключ от башни. Что у нас здесь все-таки? Все-таки 20 тысяч душ. Блин, это классно выглядит. Фак. Эх. Что, есть в вашем Ведьмаке вот такое? Не думаю. Да ладно. Наверняка Ведьмак тоже хорошая игра. А, вот как мы должны были адекватно туда спуститься, а не как я это сделал по дереву. Надо ли нам туда еще раз спускаться? Да я не думаю. Мы там уже все взяли, что нужно было. Кстати, вон вороны, вон там. Я не знаю, кстати, что у них обменивать можно, так что... А потом он умер. О, там что-то предмет. Надо будет туда спуститься тоже. Кстати, надо посмотреть. Упс, не то. Окей. Я нажал... А, нет, я подумал, я нажал на лифт и... Блин, классно. Текстурки не супер, никогда не были годными Dark Souls, так что... Душа хранительница огня. Ага. Обычно так мы флягу улучшали в первом Dark Souls и втором. Нет, во втором вроде нет. Не-не-не, в первом точно. Во втором вроде нет. Душа хранительница огня, которая, как утверждает, вернулась из бездны. Эта хранительница огня оберегает костер и служит его чемпиону. Говорят, она приняла темную метку окно в бездну, осквернившую ее душу. Все же ее душа однажды окажется в груди другой хранительницы огня. И... Кстати, нам надо еще к тому чуваку вернуться, который маг, который там умереть хотел и так далее. Потому что я примерно знаю, в чем его фишка, этого чувака. Извиняюсь, конечно, за спойлеры, но он там, где на нас проклятие накладывает и позволяет бесплатно левелапиться. Я не знаю, в чем это суть, как бы, этого квеста. О, фак! Ну, мы выжили. За предметом я еще раз спрыгну. Это большое количество трупов. Кольцо Эстуса. О, интересно. Зеленое кольцо из осколков. Увеличивает восстанавливаемый Эстусом ОЗ. Ну, очки здоровья. Это кольцо когда-то вручили одной хранительнице огня. Но она так и не встретила своего чемпиона. Последующий трагефарс стал притчей во языцах. Окей. Ну, больше Эстус восстанавливает. Это классно. Смотрите, сколько здесь этих трупов. Я так понимаю, это все хранительницы огня? Да-да-да, вон, видите? У них на глазах такие же штуки, как... Что интересно, они их вот эти вот штуки на глазах, да? Они намного больше похожи на... На те, которые... На ту, которая была у этой... У Maiden in Black из Demon's Souls. В которую я не играл, но очень бы хотел поиграть. Окей. Так, давайте... О, это то место с поехавшим. Давайте попробуем все-таки забрать тот предмет. Так что глупо будет. Я, конечно, промахнулся неудачно. А можно ли промахнуться удачно? Да, я думаю, да. Так, мы куда-то не туда идем. Wait. А, щит. Где? Так. О, боже, я чуть не обосрался. Так, этот опять здесь. Да-да-да, я помню. Фак. Я реально испугался. Хотя я делаю эти эпизоды длинными, это мне только больше проблем. Их потом обрабатывать проблемно. Проблемно, вы поняли. Фак. Тупая собака. Так, давайте на этот раз не облажаемся. А, кстати, эту лестницу надо все-таки спрыгнуть на крышу, к воронам сбегать и столкнуть лестницу. В теории. Щит. Окей. Вообще, давайте сначала спрыгнем, а потом уже сюда вернемся и заберем предмет.
Потому что здесь быстрее будет добраться вон до входа в башню. Такой голос. Всегда нравился. Окей. Давайте столкнем лестницу. Хе! Ей! Найс. Теперь попробуем не облажаться. С прыжком. О, фак, у меня так шея затекла. Я сегодня весь день Dark Souls 3 играю. Я реально, я, конечно, в первых эпизодах об этом уже много говорил, но, черт побери, я рад, что она у меня без проблем идет. Наконец-то, наконец-то. Так, щит. Я не знаю, как мне это сделать, если честно. Это очень тяжелый прыжок. Так, куда-то вот в эту сторону, верно? Вот так вот примерно. Значит, все-таки нужно ролить. Прыжок, это получается слишком высоко. Значит, нам нужно ролить. Еще раз попробую, и потом в следующем эпизоде продолжим, если что, пытаться. А, кстати, я не... Фак. Мне же нужно... А ты еще кто? I'm Kindle, Darby. And fast on the trail of the Lords absconded. Then these red eyes are for you. Спасибо. Use them to pillage embers and briefly heighten your strength for your duty. What else are unkindled ashes good for? Откуда ты тут взялся? Pillage embers for briefly heightened strength. What else are unkindled? Окей, окей, ну посмотри. Fret not, for I am a... Listen, this, before I was a lord of Cinder, I was a student of transposition. The process of extracting and coalescing the essence of a soul. A forbidden art that once left a foul stain upon Corlan's honor. Tis an art that grants powers once thought unattainable. Most transposing kilns are lost with Corland, but this place is a crossing for all manner of cursed objects. If thou happenst upon a transposing kiln, bring it to me, quick. Listen. Okay, это было. Now, do not be away over long. Не знаю, что-то я ему не доверяю немного. Он странный. Окей, знаешь что, давайте в следующем эпизоде попытаемся опять же туда допрыгнуть и поговорить с тем хреном, который туда сюда, по идее, тоже вернулся. Тот, который пытался умереть и все такое. Который я говорил, он там проклятие, бла-бла-бла, бесплатные уровни. Давайте отдохнем у костра, на всякий случай, кто знает. Окей, и, собственно, да, если вам понравился эпизод, то поставьте лайк, оставьте комментарий, подпишитесь, потому что это помогает продвижению канала, и... Да, до встречи!